Вот сегодня, поскольку оно находится в такой достаточно подвижной среде, началось протекание топлива, вылилось, да, ощущается оно и на запах, и на вид. Мы обнаружили эти пятна, выставили наши все службы городские для того, чтобы удерживать эту ситуацию. Ответственных нет, некому сегодня апеллировать. Кто должен сегодня приходить, делать мониторинг ситуации, заключение, протокольные какие-то фиксации, и дальше подкладывать эти документы, требовать как-то. Я не вижу решения этого вопроса. Никто не видит без того, чтобы принять это решение. И по процедуре, если говорить по процедуре, что сегодня происходит, вы знаете, нам не хватит часа, чтобы вам рассказать о тех всех безобразиях, которые происходят вокруг этого затонувшего судна. А это демонстрация полной импотенции власти, которая не может сегодня, просто не может она сегодня решать сложные задачи. У нас недавно был министр инфраструктуры. Я обращался к премьер-министру. Когда он там, они все приходят на должность, занимаются не профилем, они борются все с какой-то мафией. Вот всю жизнь они борются с мафией, и результатов ноль. Мы свои решения мы принимали на сессии городского совета, обращаясь в кабинет министров с просьбой, с требованием решить вопрос до начала курортного сезона. Реакции никакой. Нам рассказывали, ну, такое слово обычно наше, отписками такими. Вот здесь поставим топчаны, всем приглашаю, всему министерству и всем тем, кто ответственный за решение этого вопроса. И вот здесь, пожалуйста, приезжайте, отдыхайте, мы создадим все условия. Вокруг этой красоты элитная, вокруг этой красоты запахов и превышения загрязнения на данном участке.